Проезжаем сарайчик этот. Вот, ускоряемся здесь. Есть, первое место, ребятушки. Хорошо. Да, Дуда Плей. Всем привет, ребята! Вы на канале Дуда Плей. И мы играем в игру Him Climb Racing, и мы купили автобус. Давайте попробуем на этом автобусе проехать. Так, а ну-ка, поехали. Сейчас посмотрим, как он автобус у нас едет. Да, такой вот автобус хороший. Хороший автобусик. Ох ты, нифига, что-то разлетелось у автобуса. Так, главное, что мне нравится автобус. Может быть, я не так буду часто погибать. Даже если... О, что-то отлетает от него, смотри. Ё-моё. Как-то он шумит не очень. Не очень так хорошо. Так, давай здесь. Поедем вперед. Как-то он шумит, ребятушки. Как будто он такой уже старый у нас. Новый автобус, вы чего? Сколько я денег? Я 7 тысяч отвалил за этот автобус. Почти что все деньги отдал. О, смотри, как он развалился легко. Я думал, он будет вообще там неубиваемый. Ладно, едем дальше. Нифига себе. Как он кряхтит-то. Опа, 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 тихо. Хорошо. Да. Шумит конкретно. Ё-моё, смотри. Да, он сейчас развалится нафиг. Так, ну, первое место мы на этом автобусе, к сожалению, не займем. Я так думаю. Хотя, если вот этот чувак... Ой, разобьется какой-нибудь, то он не приедет первым, а приедем первыми мы, то это будет уже хорошо. Но хотя бы мы узнаем, что такое вообще автобус на Химкрейсинге. Так, ладно. Вот и финиш. Финиш, ребята, второй. Опять вторая позиция. Это разбилось, смотри, чувак. 150 монет, нифига себе, уже побольше дают монеток. Не знаю, это из-за того, что у меня автобус или нет. Я не знаю, обычно 50 монет, 70 монет давали. Так, вот здесь аккуратно. О, он такой даже, как бы, так сказать, тяжеленький автобус. Мне это нравится. О, разбили фару. А, нифига, почему? Как так? Крыша автобуса даже, вся часть автобуса просто-напросто выпала, как будто она там на скотче держалась. Как будто на суперклее была. Так, ладно, немножко проехали, тоже хорошо. Давай улучшим сцепление с колес, посмотрим. Давай рекламу посмотрим, что ли. Так, ну что ж, мы улучшили колеса. Посмотрели рекламку. И отправляемся дальше. Сэкономили кучу денег. Мы 2000 сэкономили. Это надо 20 таких серий снимать, чтобы только 2000 заработать. То, что за одну ходку дают, ну, максимум 100 монет. Ну, сейчас посмотрим, сколько нам монет дадут. Не думаю, что там слишком много монет будет. Так, первое место. Ну, давай посмотрим, сколько монет. 54 монет, представляешь? А колеса стоили 2000. Так, вот такой у нас автобус мощный, ребятушки. Автобус это тема. Ну, интересно ехать. Ну, что-то он такой кряхтит вообще, что-то уже жесть. Я боюсь. Я боюсь, почему-то он такой вот весь какой-то. Развалюшка такая. О, давай, первое место. Есть. Первая позиция. 45 монеток, что-то вообще ни о чем. Мало. Идеальный старт, успел. Ой, главное, башкой не стукнуться. Ох. Все. Вот такой вот у нас будет открытый автобус. Тоже прикольно, открытый верх. Ну, хотя бы мы едем. Нормально. Такой вот у нас стюнинг мы сделали нашему автобусу. О, первое место, да, спасибо. Угу, отлично. Далее. Так, мы заняли первое место, ребята, с вами. Офигеть. Едем. А, чуть-чуть совсем проехали. Ё-моё. Так, давайте, может быть, купим такой транспорт. Брил. Ну ладно, это мы будем потом покупать. Пока мы еще на автобусе не прокатались. Опа, идеальный старт. Прикинь, я успеваю, да? Что-то отлетело, не знаю откуда. Это с моего автобуса отлетает или нет? Да, прикинь, это с моего автобуса всякая фигня отлетает. Какие-то запчасти. Фига себе. Какие-то запчасти отлетают от моего автобуса. Ё-моё.
Так, а ну-ка, тихо. Да, потом я его прокачаю, автобус, со временем. Когда, я думаю, серий... Вот 100 серий я сниму про автобус. Я вот так прокачаю, будет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот такой будет прокачан. И ускоритель будет, и все прочее. Главное, не спешить. Все, мы прокачаем, ребятушки. Я играю без читов. Без этих читов. Ага. Будем честно, честно играть. Честно улучшать наш транспорт. Так, деньги пропустил, ну да ладно. Фиг на эти деньги. Нам главное приехать первым. Первую позицию мы занимаем. Хорошо. Так, едем дальше. Опа. Так, здесь надо аккуратненько спускаемся. Вот это вот мне... Я не люблю вот эти вот висячие... Висячие штуки вот эти. Я не знаю, что это такое. Какая-то земля висит. Как она может висеть в воздухе? И мы постоянно вот страдаем от этого. Стукаемся головой. Вот, видишь? Видишь, что происходит? Дядьки, два дядьки вылетели. Ё-моё. С одним едем. С одним чуваком. Вообще разбился наш автобус. Приехали мы вообще на каких-то запчастях. Офигеть. Дальше. Классно. Очень даже хорошо. Угу. Так, едем на автобусе, все верно. Так, нам надо занимать вообще первые места, ребятушки. Тогда мы много чего можем открыть. Новый транспорт. Ладно, не будем никуда спешить. Аккуратненько ехать. О, бензинчик и денежки. Так, едем. Проезжаем сарайчик этот. Вот, ускоряемся здесь. Есть, первое место, ребятушки. Хорошо. Первое место, и мы еще и 107 монеток заработали. Вообще неплохо. Едем дальше, ускоряемся. Ой, хорошо, идеальный старт. Ой, кто-то там разбился или что? Слушайте, ребята, у меня к вам такой вот вопрос. А вы сами-то вот эту игрушечку играете? Hill Climb Racing. Вот этот. Скажите мне. Вообще, какая у вас самая любимая игра? Вам нравится эта игрушечка? Hill Climb Racing. И часто ли вы в нее играете? Так, а мы заработали, смотри, немножко чего-то. А, нет, смотри, на месте стали. Ну что-то мы открыли. Новый кубок, кубок претендентов. Нифига, я много чего открываю. Так, а, еще... Написано типа 5000, но это надо типа первым приехать, да, тогда 5000 дадут. Блин, а я не могу первый приехать. О, ребятушки, поставьте, пожалуйста, класс, чтобы... Лайк поставьте, да, чтобы мы приехали первыми. Давайте возьмем тогда наш вот этот первый автомобильчик. Может быть, мы с ним будем занимать первые места. Не знаю. Там столько могут денег дать, когда первое место занимаешь. Фига себе, это круто. Ух ты, мы сверху проехали первый раз. Первый раз такое, что едем сверху. Машинки-то у меня не особо они прокачанные. Поэтому, может быть, поэтому. Не знаю. Ну, может быть, еще у нас и соперники не такие сильные. Хотя я бы не сказал, что они прям слабые. У многих ускорители есть. Так, первое место, первая позиция. Хорошо. Хорошо. Сейчас попробуем, может быть, следующий тоже первую позицию. И нам дадут денег. 5000. Это очень нормально. Это очень достойно. 5000 сейчас. Потому что у нас вообще денег мало. Так, тихо. Главное не разбиться, пожалуйста. О, нифига. Я тут даже. Может быть, возможно. Первым приеду. А это очень даже хорошо. Ох ты, что это за мост такой страшный. Тихо. Ой, спасибо. Коровки, помогайте мне. Так, здесь мы... Ой-ой-ой-ой, главное не разбиться. Так, а тут еще подлянка такая. Вот эти вот мосты непонятные. Вот и финиш. Супер. 40 тысяч... Я получил каких-то там... Рулей. Рулей. Так, едем. Все, идеальный старт. Это очень даже хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо. Нет. Фух, чуть не разбились. Ой. Не, я аж прошиб пот с меня. С меня течет вообще куча потов, когда я играю в эту игру. Ой-ой-ой-ой, так страшно, на самом деле. Нифига, куда мы заехали-то? Я здесь вообще первый раз еду. Мне вообще страшно здесь ехать. Я боюсь перевернуться.
Я боюсь этого. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай-давай-давай. Фух. Так, ребятушки, я первое место занял уже в третий раз. Может, мне денег дадут? Так, превосходно. Плюс 100 монет мне еще дали. Ах, я не доехал, я не доехал. Мне надо еще играть. Ой-ой-ой-ой. Ребятушки, ну на этом будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пожалуйста. Пишите комментарии. И до новых встреч. Пока-пока.